Здравствуйте. Все-таки хочется про Александра Аркадьевича чуть-чуть сказать, ну, чтобы не болтать, не затягивать, очень коротко, пунктиром. Его биография, которую мы все знаем, она волшебным образом, как мне кажется, не закончилась с его уходом. Она заново такой рестарт получила. И еще один рестарт – это биография, как мне кажется, получила где-то в нулевых годах у нас здесь. Потому что чем дольше мы забираемся в 21 век, тем актуальнее становятся песни Александра Аркадьевича. Я в путь собирался всегда налегке, без долгих прощальных торжеств. И маршальский жезл не носил в рюкзаке. На кой он мне, маршальский жезл? Я был рядовым и помру рядовым всей щедрой земли рядовой, что светом дарила меня даровым, поила водой даровой. Па-пара-па-пара-па-пара-па-пам, пам-пам-пам. До старости лет молоко на губах, до тьмы гробовой рядовой. А маршалы пусть обсуждают в штабах военный бюджет годовой. Пускай заседают за круглым столом вселенской охоты псари, а мудрость их вся заключается в том, что два — это меньше, чем три. Па-пара-па-пара-па-пара-па-пам, пам-пам-пам. Я сам не люблю стариков-ворчунов, но все-таки истово рад, что я не изведал бесчестья чинов и низости барских наград. Земля под ногами и посох в руке торжественней всяких божеств. И маршальский жезл у меня в рюкзаке. Свирель, а не маршальский жезл. Па-пара, 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 па-пам, пам, пам, пам. Спасибо.